Меня зовут Ксения Алексеевна. Я учусь в детской школе искусств. Я люблю читать, рисовать, увлекаюсь вязанием и вышиванием крестиком. Еще я играю на доме. Я люблю читать, потому что чтение развивает человека. Оно помогает ему правильно мыслить и выражать свои мысли. Я выбрала книгу «Гулливер в стране лилипутов», потому что это книга о приключениях, и она фантастическая, а я люблю фантастику. В этой книге рассказывается о том, что большой человек побывал в стране маленьких человечков. Там описывается его приключения в этой стране и как вообще связывались его отношения с этими человечками. На картинке изображен город, в котором жили человечки. Эта картинка изображена в графике.